эта пылюка такая. Я к тому, что лето все, да? Да. Но могли бы это подсыпать, подгридировать здесь, чтобы тогда нормально, удобно было ездить, более-менее. А они вот сейчас там будут открывать, и здесь решили наконец-то. Сообразили. На Ленина сколько лет сюда, вообще никто никакой скрепер не заходил. Да-да-да. Никому вообще не нужно было. Это, блядь, такие мотитки только оторвали, блядь, и поставили. Ага. Смотри, так это почти. Ну я тебе говорю, разровняли хорошо, тут эти щебенка кое-где есть. О, не, просто, ну хорошо-то нехорошо, но не то, что было. О, это было вообще жопа, блядь. Ну и здесь разровняли. Это ж было вообще невозможно. О, сегодня какой у нас? 16? 16 августа. Ну вот. Блять, хоть ты им даешь, блядь, покоя да. Не оставляешь, больше некому. Вот это да, слушай, тут более-менее можно я ехать. Я говорю, это нормально. А? Более-менее. Тут, блядь, глыбы туда не попадают. Так мы ехали тут, ага. Не знаю. Видать, люди здесь тоже им. Да вон туда и развернемся, да. Тебе удобно так будет. Здравствуйте. Здорово. Когда это тут вам порядок навели? Не знаю. А давно здесь уже живешь, да? Я? В этом месте, да? Да он родился здесь. Хоть раз, нет, он родился, я знаю. Это... Да я не помню, чтобы здесь трактор ходил. Это вот они в ту среду, по-моему, куч нам делали. Да они неделю да, целую возили. Да, я вот ездил в Кустанай, Удуд, говорю, это самое, ага. Все, ладно, ну хоть чуть сами теперь уберете. Сейчас бы, блядь, дождик прошел чуть-чуть, ага. Она укатала бы. Да. Ну сейчас там до того укатали одну зную, там уже, блядь, как асфальт на четвертой едет. Ну. Вот рейсовый пошел. Да, рейсовый пошел. Бедолага, все, вот это лето. Вокруг. Вокружную. Сколько там, 7-9 километров, да? 9. Вокруг, 9. Ну, 9. Да. И плюс еще вот это питье. Да. Фу. Ладно, мы знаем, где-то и объезжали, может, и по там по степи выезжали это. Там через это ехали. А кто не знает, блядь, едут в это. Да. Залетные. Это... Ох. Как здесь люди живут, блядь. Да. Ну, тут есть залетные. Откуда он знает, как ехать лучше? Ага.